Рассказываем, как сломать клуб знакомств. Клуб знакомств – это любое место, где можно не только приятно проводить время, но и есть люди интересные для знакомства и доступные для общения. Если таких людей не будет, то клуб знакомств останется клубом, но перестанет быть клубом знакомств. Например, зайдет в клуб знакомств какой-нибудь пикапер и начнет навязывать себя и свои неприятные разговоры незамужним девушкам, которые настроены на создание семьи. Девушкам это неприятно, и они больше в этот клуб не приходят. Все, клуба знакомств больше нет. Клуб знакомств – это нежная и хрупкая система. Как душа молодой, целомудренной и в меру или немерено замороченной девицы. Поэтому большинство клубов знакомств – они только для своих.